Вскрытие телефона Logitech K6000+. Поехали. Красивая коробочка, один уголок смят, ударили, видно. Запечатанное все. Да. Давай открывай. Так, это стекло. Ну пробуй включи. Сейчас, подожди. Так, что есть? Стекло. Что еще есть? Скрепка. Нет, с инструкцией. Дим, немножко. Ты не сюда. Ты... Я не хочу ноги твои снимать. Да, я знаю, ты не снимаешь. Ну так ты быстро, я же не могу вот так. А ты не в коробку, ты смотришь, что не выкладываешь. Угу. Все. Включай. Смотри, уголок не стукнет. А, он в чехле уже, да? Да. Ты понял, что надо сразу громко надавить вот это. Аккуратно. Учти, что он 2D. 2,5D, и там закругленный чуть-чуть. Пленку аккуратнее клей выгоняй. Не так, как мне на ХТС. Ну ты же... Все. Звук просто не показывает. Удали звуковую дорожку. Готово. Закрывай.